Здравствуйте, друзья, команды. Львовской футбольной лиги по традиции не спешат с заполнением протоколов, поэтому включаемся. Включились-то мы уже в запись этого эфира с самого начала, а как же, мы по-другому и не делаем никогда. Я Владимир Злотин, врываюсь уже по ходу встречи, но ничего такого существенного не произошло за эти несколько минут, поэтому смотрим за игрой, опасно как все сейчас было в штрафной площади, но попроще действуют игроки команды «Айсберг». Собственно, кто играет сегодня? «Айсберг» Домодедово в бело-голубых цветах. Их соперник в цветах классического «Ювентуса», собственно, это команда «Классика». Они сегодня противостоят «Айсбергу». Ну и пока противостоят, ну, скажем так, успешно. Счет 0-0. Я думаю, по первым минутам главное для «Классика» не пропустить. Это второй дивизион. Второй дивизион Б. Поэтому, возможно, не такие большие скорости, как в дивизионах повыше. Но, тем не менее, борьба в ЛФЛ во всех лигах, во всех дивизионах всегда очень жаркая. Поэтому не думаю, что вам придется сегодня скучать на этой игре. Тем более, что уже пару атак интересных и те, и другие провели. Но сейчас момент. Удар по воротам неплохой от Игоря Коростелева, но не попадает он в створ. Счет по-прежнему не открыт. Держите мяч, изверни атаку, на Игоряна, подержите. Все, они сейчас посыпят. Что до турнирной таблицы второго дивизиона, то «Айсберг» идет на второй строчке, имея 21 очко и уступая 3 очка команде «Атлас» в борьбе за лидерскую строчку. Ну а их соперник по сегодняшнему матчу, команда «Классика», идет в середине турнирной таблицы на 9 строчке, имея в своем активе 10 набранных очков. Как бы очевиден фаворит, но ЛФЛ, сами знаете, очень часто выдает такие вещи, что, в общем, загадывать мы не будем. Загадывать не будем, тем более игра пока и не дает нам каких-то предпосылок хоронить «Классика» ни в коем случае. Ждем сегодня равной игры, боевой игры. Ну, такое она пока и получается по первым минутам. Все, подушили сразу. Анток, помогай. Прессинг от «Айсберга» ни к чему не приводит. Очень здорово через пас выходит «Классика». Вот такую хорошая передача, разрезающая, но не доходит она до нападающего. Точнее, не достает до этой передачи. Пас был, может быть, немножко сильнее, чем требовала ситуация. Но иначе он бы, наверное, и прошел. Давай, надо двигаться. Антон, как нога? Пауза у нас, связанная с вводным мяча в игру. Просеков. Лучший бомбардир, между прочим, второй лиги Б. Имеет в своем активе 18 голов. Это, конечно, потрясающий результат. 18 голов в 8 матчах. Это более чем 2 гола за игру. Посмотрим сегодня, выполнил ли он свою норму. Интересная тоже интрига. Но пока штрафной Дмитрий Пчелкин разыгрывает на коротке. Можно бить поворотом, удар хороший, но мог сейчас Сергей Просеков забивать. Но немножко не попал. Но уже не так прессингует сейчас «Айсберг» своего соперника. Дали несколько свободно вздохнуть. Ну и пас длинный прошел и зарабатывает «Классика» угловой. Стандарты сегодня могут сыграть за эту команду. Хотя так чисто зрительно команды примерно равны в ростовых характеристиках.
Да и низом разыгрывают, тем более, но совсем как-то неудачно. Тем не менее, мяч удалось перехватить. Момент может возникнуть. Удар поворотом. Опасно это было сейчас. Бил поворотом третий номер. Это Дмитрий Москаленко. Но на месте. На месте голкипера Айсберга. И снова на месте. Это Андрей Дрыкин. Быстро вводит мяч в игру. И можно здесь быстро атаку провести. Но пас неточный. И нужно сразу бежать назад. Но три человека. Три человека здесь. Отсекла ситуация. Какой гол. Что за мяч забивает сейчас Виктор Коршунов. В верхнюю девятку. И выговаривает. Выговаривает Андрей Дрыкин. В первую очередь своим защитником, которые не выдвинулись. На этот мяч и... точно в девятку. Не самым, может быть, сильным ударом, но очень точным по исполнению. Открывается в этом матче счет и делает это классика. Антох, ты в полузащите. Центральный. Все, повороты, повороты. Длинный заброс вперед. Здесь на месте. Голкипер классика. Ну, так немножко неуверенно он действовал, но со второго раза мяч сумел под свой контроль взять. Опускайся, Серег, с мячами, опускайся. Шире сразу, Лёш! Ну и пытается классика прессинговать на чужой половине поля. Не очень это получается. Вместо этого выход один на один. И мог сейчас забивать, просеков не попадает. Мимо вратаря попадает, собственно, в голкипера. Но ошибаются при выходе из обороны. Классика, хороший пас. Мог бы сейчас пройти на дальнюю штангу, но защитники на месте. Стеночка просилась, но нет. Придержал сейчас мяч Матвеев. Вместо этого дальше передача неточная. Заброс вперед. И вновь две уже неточные передачи подряд. Друг другу помогают команды. Жесткий стык, но судья показывает, что он все видел, но мяч остается у классика, поэтому игра продолжается. Абьянов тянет мяч вперед сам. Хорошая диагональ вперед. И зарабатывает аут. Классика. Ну поджимайте! Здесь череда рикошетов. В итоге мяч доходит до игроков Айсберга. Но недолго они с мячом побывали. Снова обороняться. Коршунов. Ну вот теперь уже ему не дают бить с этой позиции. Правильно делают. Ну и быстрый ответ сейчас, может быть, получится. Но уже три игрока обороны против двоих. Только на каких-то индивидуальных действиях. Но может быть вот так хорошая передача. Но Носов уже не смог пробить из этой ситуации, только какой-то прострел делает. Опять потеря. Пока много очень потерь у Айсберга. Мячом они как-то не дорожат в эти первые минуты. За что уже раз их наказали. Потому что, вспомните, гол получился после потери мяча. И три игрока соперника, три игрока Айсберга оказались на чужой половине поля. И так вяло бежали назад. В итоге... оставив зону. Один, Андрей! Ух ты, какая хорошая передача. Вниз, мяч, вниз! От Матвеева очень здорово вырезал. И удар головой тоже, в принципе, был неплох. Но вратарь спас. И сейчас ответ. Вот Айсберга пас под удар. Просеков можно бить? Нет. Здорово действует оборона. И получится ли ответ уже у классика? Нет. Ну и к тому же здесь численное преимущество было на стороне Айсберга. Мало чего можно было ожидать от этой атаки. Как-то неторопливо очень Москаленко выходил из обороны. И неудивительно, что мяч у него отобрали. Дальше можно отдать передачу. Штанга. Какой звон сейчас после удара Багирова. Но, судя по всему, было касание от рук голкипера. Поэтому остается с мячом Айсберг. Ну вот момент. Какой-никакой, потому что давненько не было даже ударов по воротам от Айсберга. Потихоньку что-то да получается. На ближнего
заброс и просто на отбой играет. Защитники классика. И уже галкипер так, не скажу спешит, но так поторапливается. Начинать атаку. Здесь хорошее забегание на противоположном фланге, но не видит его сейчас Скачков. Предпочитает отдать на ближнего, но ближний этого не ждет. И в итоге перепалка такая словесная сейчас возникает между Скачковым и Пчелкиным. Но, пожалуй, нужно им играть в футбол вместо обсуждения предыдущего эпизода. Этим они могут вполне заняться в перерыве. Ну, здесь арбитр матча иллюстрирует песню «I'm a bird». Красивый такой исполнил элемент из танцев, видимо. Но не оценили игроки. Все здорово, Сань! До конца! Подобрать! Подворы пока остаются все практически. За классика. Все, шире, отдай сразу, блёд. Но сейчас большим числом классика пошло в атаку. Может постараться Айсберг их наказать за это. Дается выйти из-под прессинга. Вот так мне, честно говоря, сливается немножко форма. Не знаю, как на поле. Но, возможно, есть некоторые проблемы у игроков, когда нужно быстро с мячом расставаться или когда не видят они, что на них выдвигается защитник. Это может трудности создавать. Хороший пас пяткой, и вот это уже похуже. С обработкой проблемы получились. С трудом поднимается тем временем Москаленко. Он сам упал и как-то неудачно, видимо, сгруппировался. Покидает поле сейчас в меньшинстве. До этой первой паузы проведет этот матч классика. Здесь не было нарушений, считает судья. Пчелкин теряет мяч. Остается с ним Носов. Нужно уже отдавать направо. Да, следует передача. Прострел. Нет, на месте защита. Носов выбивает у него мяч из-под ноги. Номеровский. И здесь желтая карточка, судя по всему, отложенная. Я вам сказал, оставайтесь в поле. Нет, просто я же вам сказал. За то, что игрок покинул поле, судя по всему. Честно говоря, не слышал с таком правилем. Но арбитру виднее. Либо в ЛФЛ какие-то свои правила. Подержите мяч, покатайте. Ну так, шире, дай. Не без восторга приняли это решение игроки. Но надо игру продолжать. Хороший прием мяча от Пчелкина. Удар с левой. И на месте Карен Газаров. Хорошая подача сейчас. Можно было замкнуть. Еще можно пробить. Принимают на себя защитники этот мяч. Ну и просто подальше. Надеюсь, что сумеет зацепиться Сергей Окуница. Вот такие вот стишки с утра на Люблинской футбольной лиге. Но не сумел он это сделать. Да и к тому же правила нарушил. Заброс вперед. Здесь здорово. Два 17-х сейчас сошлись. И очень легко Коршунов корпусом мяч укрыл. Матвеев. Хорош пас пяткой. Но здесь накрыли прессингом и можно быструю атаку провести. Хороший пас и просит суда в первом касании. Интересное решение, я вам скажу. Ну, нет у меня точного мнения на этот счет. Но, очевидно, есть оно у Сергея Просекова, который получает за высказывание своего мнения желтую карточку. Свобода слова в ЛФЛ. Ну да, излишне, конечно. Эмоционально он это делал. Арбитра понять можно.
Ну что ж, розыгрыш углового. Там стоит Удалов на линии штрафной. Можно ему скатить, но не делают этого. Вместо этого прострел. Как-то не подают пока. Всего одну подачу, я помню, с углового. И та, в принципе, была неплохой. Можно было замкнуть. Но в основном такие вот либо прострелы, либо с ближним розыгрыша. Вот сейчас, видимо, такой и будет, да. Так происходит. Разыгрываю здесь. Мяч, удар с острейшего угла, но на месте Газаров. Еще один угловой. Вновь, судя по всему, собираются то же самое делать. Или же нет. Ну, нет, судя по всему, будет подача. Здесь здорово открывался. Третий номер. Дмитрий Москаленко. Новоиспеченный обладатель желтой карточки. Но не увидел вовремя его партнера. Там уже дальше его накрыли. Не самый удачный удар. Никаких проблем не возникло у Газарова с его отражением. Ну и подальше туда его. В общем-то, даже не в направлении кого-либо, просто вперед. Мяч направляется. И неудивительно, что теряет его. Классика. Но, правда, сразу отбирает. На своей половине поля. Нужно здесь поаккуратнее из обороны выходить. И спокойно, ударив соперника, классика получает право на удар от ворот. Пока все, я думаю, их устраивает по этой игре. Забили мяч. Не дают, в принципе, сопернику подходить близко к собственным воротам. Ударов из убойных позиций практически нет. В основном какие-то выстрелы с острых углов, которые спокойно Газаров отражает. Пока должны быть довольны игроки классика, но расслабляться рано еще. Первый тайм. Только со середины идет. Ну и вот. О чем я и говорил. Вот дали возможность пробить с более-менее выгодной позиции. Из скачков положил, так положил. Или нет, это Пчелкин был, да. 24 номер, а не 21. Дмитрий Пчелкин. Красивейший мяч забивает. Ну, пока только шедевры у нас сегодня. Это приятно. Ну что ж, будет ли раскрываться классика? Потому что они как-то уж очень сильно вжались к собственным воротам после забитого ими мяча. Сейчас попытка в обыгрыш пойти, но на месте защитник. Подкат прямой ногой, судя уж так, по-моему, заносил свисток, чтобы возвестить о том, что игра остановлена, но решил этого не делать, поскольку мяч остался у Айсберга. Ну, правильно сделал. Хоть атака пока быстро не получилась, но все равно это лучше. Удар по воротам. Принимает на себя защита. Тем временем замена. В принципе, дело очень редкое по сегодняшнему матчу, потому что, по-моему, по одному игроку от каждой команды в запасе находится. Вариативности чуть больше, чем нет. Поэтому приходится справляться имеющимися силами. Тут, к тому же, жесткий стык. Это вообще опасное дело. Приходить играть на ЛФЛ без замен, потому что не все доживают до финального свистка. Сейчас на газоне оказывается Антон Удалов. И не может он подняться. Вот только сейчас с помощью партнеров по команде нужно еще ему так расходиться немножко, чтобы дискомфорт не чувствовать. Но сложно это пока. Ну а у нас тем временем штрафной. Пчелкину мяча и Просеков. Пчелкин будет бить. Удар по воротам, в стенку приходится. Мяч по спяткой. В итоге сопернику получается. И 3 в одного можно было. И все еще можно дать на противоположный фланг. Слишком сильно, наверное. Нет, получается даже пробить. Здорово. Абянов непростой мяч сумел укротить и даже нанести удар, но на месте Андрей Дрыкин. Давненько мы его фамилию не называли. Без работы он уже
Минут так 10 точно. Изменится ли что-нибудь в тайме втором, посмотрим. Ну, немножко осмелел. Все-таки классика. Поскольку пропустила, поняли, что сидеть в обороне весь матч это ничего им не принесет. И пытаются, но вот так вот напарываться на контратаке тоже, наверное, не очень приятно. Момент. Какое-то издевательство уже просто. В итоге выбивают защитники мяч. Но шанс, конечно, был невероятный. И ответ какой мог сейчас забивать уже игрок классика. Как у нас игра-то раскрылась неожиданно. Вроде бы ничего не предвещало этого. Но вот два момента за 30 секунд буквально в обе стороны команды провели. Еще одна возможность теперь уже у Айсберга. Можно, наверное, подачу делать, можно назад отдать передачу. Нет, в итоге прострел. Легко Газаров его прочитал и мяч поймал. Авианов очень далеко мяч от себя отпустил. Потеря. Так, ну вот видим мы, что Удалов уже вроде как оклемался. После того стыка. Не можешь не радовать. Ну, как-то стали заваливаться на длинные передачи. При том, что, в принципе, есть партнеры открытые игроков Айсберга. Ну, как-то попроще пытаются действовать. Все-таки не то еще время сейчас. В конце матча это еще объяснимо. Сейчас нужно пытаться разыгрывать мяч. Тем более, что это в целом получалось у игроков Айсберга, да, доводить до ударов удавалось не всегда, но мяч ходил неплохо. Пока мы ждем, как принесут мяч игроки классика и введут его в игру. Некоторая пауза возникает, что-то обсуждает третий номер, как раз таки Москаленко, с Антоном Погодиным, главным арбитром этого матча. Видимо, тот эпизод, за который Москаленко получил желтую. Ну, так вроде бы спокойно. Этот диалог прошел, уже все разрешили. Длинный пас, и пас в никуда. В пустоту просто, там никого не было. Будет Москаленко мяч вводить из-за боковой. Хорош пас направо. Догонит ли мяч? Здесь нет, не догоняет. Абьянов. И на этом первый тайм завершен. 1-1. Боевая игра, боевая ничья пока в этом матче. Перерыв.
Второй тайм. Начинается он так вот с ошибки. Ух ты. С ошибки и вот такого вот рикошета, который едва не привел к неприятностям для айсберга, но пронесло их. И будет сейчас классика исполнять. Угловой вновь розыгрыш. Это наигранная комбинация. Мяч точно в угол шел, но на месте сейчас защитник айсберга, который спас свою команду. Неточная передача. Но, видимо, настрой на бодрое начало у классика. Хотят они показать, что пришли не только здесь игру сушить и рассчитывать какие-то набранные очки, а действительно футбол играть и навязывать борьбу одному из лидеров второго дивизиона. Сейчас пролетает мимо мяча защитник классика, и момент возникает, и гол забивает таки айсберг. 2-1. 2-1. Вот так бодро начали игроки классика, но первую уже атаку на свои ворота не смогли отразить, и забивает двадцать седьмой номер команды айсберг. Ну, судя по всему, это Павел Сударев. Нет, ты у нас его в протоколе, но насколько могу понять, именно о нем речь. 2-1. 2-1. Айсберг повел. Ну и сейчас, наверное, большими силами будут пытаться игроки классика идти вперед, чтобы счет в этом матче сравнять. Неточная передача. Просил слева партнер этот пас, но передача пошла дальше, по ближнему к нам флангу. И в итоге потеря мяча. Но сейчас удалось забрать подбор. Неточный пас. И вновь потеря. Череда передач. Но вот сейчас, мне кажется, просто не разобрался. Матвеев периферическим зрением не увидел просто цвет футболки. Отдал передачу. Просто точный пас на соперника. Это даже не перехват. Ну вот разладились выходы из обороны у классика. Его сейчас вроде бы не опасный удар, но не без труда Газаров его отбивает. Расселев вводит мяч в игру. Ну и вновь. Нет, не предстоит ему бросать аут еще раз, потому что правила были нарушены. Все, здорово, с ним мы играем. Компактно располагаются игроки айсберга, не дают появиться зонам. Но вот сейчас неплохо забегает девятый номер. Это Юрий Жилин. Надает передачу дальше. Москаленко. Накрывает его удар. Ну и так потихоньку забирает мяч под свой контроль классика. Но айсберг будет, я думаю, в контратаке убегать частенько. Нужно об этом помнить. Игра. Мяч свой в этом сезоне забивает. В первом тайме успели его накрыть защитники. Сейчас уже просто не подоспели назад игроки обороны классика. И счет становится 3-1. Ну вот, можете обвинять вашу покорную слугу, который просто секунд за 30 до этого гола рассуждала о контратаках
айсберга, но вот они, собственно, и во всей красе проявились. 3-1. Айсберг впереди и может психологически сейчас подсесть. Классика. Если к тому же сейчас забить и четвертый, хороший пас на дальнюю штангу. Там вновь Просеков бил. Но успели защитники накрыть. Здесь быстрый розыгрыш мяча. Подача на месте. Вратарь. Можно быструю атаку провести, если ввести мяч как можно скорее. Хороший пас. Остается здесь с мячом. 15-й номер. И неточный пас для Куница. В район Матвеева туда направлял, но не успел просто-напросто за этим мячом Сергей Матвей. Ну, а сейчас перехват. Куница и сразу же неточная передача, но остается с мячом. Классика. Опасно сейчас так действует у своих ворот. Игрок классика обыгрывать, будучи последним защитником, это, конечно, интересное решение. Но, на счастье, классика ни к чему это плохому для них не привело. Ну а сейчас, вот теперь уже разрывы-то серьезные у классика возникают в обороне. И будут пытаться этим пользоваться игроки айсберга. Ну и вновь неточная передача при выходе из обороны в атаку. Сложновато что-то придумать в атаке классика. Давненько уже не тревожили они вратаря соперника, а сейчас отбирают мяч. И можно перевести туда на противоположный фланг, но вместо этого пас назад, который перехватывается. По-моему, мяч ушел, да. Так оно и есть. Все, пас, здорово, пас! Не будет удар от ворот. Скается. Айсберг пониже. И спокойно эту диагональ прерывает. Начинает собственную атаку. Помочь там! Обработка несколько подвела. Да и поле скользкое тоже не позволяет какие-то резкие маневры совершать. Проскальзывают игроки периодически. Заброс вперед. Снова здорово головой действует Скачков. Ну а здесь фол получает Москаленко по голове. И будет штрафной. Удар здесь накаляют за страсти Москаленко, потому что выговаривает. Так, так, так. Желтая карточка. По-моему, это Антон Удалов. Если я все правильно увидел. Да, 77-й номер. Получает предупреждение. Но у нас штрафной. Тут уже грозится удалить арбитр Удалова, который все еще не согласен с решением судьи и последствиями прошлого эпизода. Так, у нас штрафной удар. Юрий Жилин у мяча. Подходит к нему. Номировский что-то говорит и... Возможно, розыгрыш мы увидим, а возможно, и удар. Но как-то по разбегу не сказать, что что Жилин, точнее, собирается бить. Может быть, все-таки разыгрывает. Нет, бьет поворотом. Плотный удар, но сильно мимо. Мяч никого не коснувшись, пределы поля покидает. Никуда уже не спешит айсберг. Хороший выход из обороны. Еще одна отличная передача. Можно здесь стрелять или бить самому. Нет, удар поворотом. Еще один удар. Блокирован. Ну, здорово, на самом деле, там открывался Пчелкин. Можно было на него прострелить вместо этого. Решил сам ударить. Игрок айсберга. Подключитесь, вы вдвоем, блядь, туда летите.
Подача. Ух ты, это даже удар поворотом, судя по всему, был. Попытка прямым ударом забить, но... Мимо. Мимо ворот. Жилин. Док с мячом работает, потому что некому отдать. Все перекрыты. В итоге заброс вперед. Безадресный. Потеря мяча. Уголов. Пас налево. Еще дальше можно отдать, но пас в недодачу не удается обработать. Москаленко. На Номировского. Номировский еще дальше. Жилин. Теряет мяч. Просил Номировский передачу. Выясняют, кому должен был отдавать Жилин пас в предыдущем эпизоде игроки. Команда классика вместо этого. Надо, наверное, атаку проводить. Но вновь очень здорово в отборе действуют игроки Айсберга. Но атаку довести до ума не получается. Нит, с водичкой сбегай, Нит! Ну и снова быстрый розыгрыш. Здесь уже два игрока. Два игрока команды. Серый, помочь! Серый, помочь! Классиком. Оказались под прессингом. Ник из жизни. Хорошо. Быстрый розыгрыш углового, подача, и можно забивать сейчас, не попадает. Москаленко, а угол-то был, в принципе, пустой, но не удалось направить мяч в створ ворота. Сейчас ответ, попадает мяч в спину, Просякова тут досадует. По этому эпизоду можно было, конечно, вывести его на 1-1, эта передача, если бы она была чуть-чуть поточнее. Но можно еще одну атаку провести. Нет, Москаленко перехватывает. Здесь один против троих. В итоге мяч теряет. И видно, что силенок у него осталось очень мало. Пчелкин. Перехватывается передача. Обяна. Хорошая передача на Москаленко. Москаленко. Нужно, наверное, Обянова отдать обратно. Да, пас следует. Но Обянов без скорости здесь стреляет. Хорошая передача. Удар поворотом. От Куницы. Но удар прямо в руки голкиперу. Но это фол. Сбивают сейчас Коростелева. Удар по ногам. Без намека на игру в мяч. Штрафной удар. Опасная точка. Просяков и мяча. Три игрока в стенке. У классика удар. И как раз таки в одного из них мяч приходится. По-моему, это Сергей Куница был. Заброс вперед. Но уже все ушли. Игроки Айсберга. Ну так, ближе к собственным воротам. Поэтому пас в никуда пошел. Здесь замена. Замена у классика. Матвеев появляется на поле. Вот он с мячом. Но уже здесь накрывает его Пчелкин. Хорошая передача. Коростелев. Еще дальше. Отличный пас. Им можно забивать. Удар поворотом мимо. Как сейчас не забил Пчелкин. Ну, ему непостижимо. Но не попал. Обянов. Москаленко. Матвеев. Ну, некому отдавать здесь. Только вот так на Москаленко. Это неплохо. Еще дальше передача. Ну и можно Матвеева пробить. Нет, уже накрыли. Очень плотно действует. Совершенно нет каких-либо зазоров в обороне. И пока не получается. Не получается совершенно. У классика
вскрывать эту массированную оборону соперника. Ну что ж, еще одна попытка контратаки. Показывает технику свою Сергей Просеков. Здорово. Работает с мячом. Вновь он мяч получает. Отдает на противоположный фланг. Подрабатывает под левую. Можно бить поворотом. Удар. Обводящий. Хороший удар. От Багирова. И уже не реагировал на этот удар Газаров. Но мяч с верхним углом ворот разминулся. Четыре игрока Айсберга уже сейчас на чужой половине поля находились. Активно прессингуют, не позволяя сопернику атаки развивать. Но вот сейчас получилось выйти из обороны. Пас на фланг хороший. Здесь попытка стеночку провести, но какой-то совсем невнятный пас от Абьянова. И выход 2-1. Можно бить самому, можно дать передачу. Ой-ой-ой, но это перебор уже. Но все-таки гол. Все-таки забивается мяч. Игорян, он уже 7 раз в булочную сходил. Вратарь уже не знал, что делать, на какого игрока реагировать, потому что эти оставления мяча друг к другу, конечно, смутили его. И в итоге забивает, я так понимаю, свой 20-й юбилейный мяч в этом сезоне Сергей Просеков. Но вот говорили мы о том, что у него примерно 2 гола за игру по статистике. Но вот сегодня прям как по заказу он эти 2 гола забивает. Возможно, увидим еще. А сейчас шанс был у классика, но видно, что уже психологически команда сдалась. Ну вот, может быть, сейчас удастся забить. Нет. Юрий Жилин совершенно один остался. Дважды, причем, за один эпизод. И оба раза пробил не точно. Пчелкин. Хороший заброс. Здесь вратарь ошибается на выходе, но на его счастье удар не получается. Сильным и точным, в общем, не получается он, проще говоря. Москаленко. Еще дальше нужно отдать передачу. Абьянов долго очень присматривается к этому мячу. Нужно уже было быстрее простреливать. Быстрее чуть-чуть, играйте! Передача пятка и мяч приходит к Матвееву. Плотный удар с левой, но вратарь на месте. И быстрый вот мяча в игру, но не удается принять мяч Сергею Просекову. Матвеев. Ошибка. Передача. И 3 в 2. Выход. И удар с левой плотный поворотом, но не приходится удар в цель. И снова здесь Пчелкин вступает в отбор. Отбирают они на пару с Просековым мяч. И на хитрик заход. Нет. Удар не получается. И по-прежнему 4-1. Так, ну а что здесь? Оказывается, на газоне игрок Айсберга, но судья игру не останавливает. Поднимается так неторопливо на ноги своим, но чувствует какой-то дискомфорт, судя по всему, защитник. И фэрплей, да, нос там получил по ногам, но все уже с ним в порядке. Да, огромные, конечно, зоны в обороне. Ребят, у классика и сейчас просто прощает очередной раз Коростелев, не сумев мяч обработать. Защитник, по вашему поведению, на зону, центр вообще пусто, вообще никого нет.
Там игрок. Сейчас посмотришь, потом. Окуница. И снова он с мячом. Отбирает у него мяч. Но, судя по всему, судья дает штрафной, а не аут. Был фол отложенный. Опасная игра. Показывает судья. И штрафной здесь окунится у мяча. Будет бить, судя по всему, или подавать. Штрафной всего два игрока. Бьет по воротам и попытка подставить от Жилина. И пенальти. И вновь арбитр такое неоднозначное решение принимает. Недовольны игроки Айсбергом. Этим решением, а как иначе? Но в итоге пенальти. И что-то там обсуждает. Интересно. Обсуждает что-то голкипер команды Андрей Дрыкин с Сергеем Просековым. Как-то долго они говорили. Видимо, какие-то знают вещи, которых не знаем мы. Ну и пенальти. Москаленко будет исполнять. Бьет и... Ну, такой не берется, конечно. В самую девятку. В паутину убил всех пауков, которые там были. Светлая память этим зверюшкам. Закончилась минута молчания. Память о ветных пауках. Потрясающий гол. Не часто хвалишь пенальти, но сейчас действительно удар удался. И 4-2. Какая-никакая интрига возникает у нас. Посмотрим, надолго ли. Назад вводится мяч. Пытаются прессингом, но всего в количестве двух человек накрыть игроки классика, естественно. Этого мало. Пас назад, Дрыкин. Придержит мяч, конечно, и пас отдает. По-моему, все-таки пас был не на Пчелкина, но в итоге повезло, что он оказался ближе всех к мячу. Правда, мяч сразу потерял, но вступил в отбор. Отобрал, бьет, рикошет неприятный, но на месте вратарь. Быстро нужно мяч вводить. Вынос, но здесь очень легко головой Носов мяч выигрывает. Ну и уже так на отбой играет Айсберг. Жилину пас не доходит, но остается с мячом. Классик ненадолго. Бутаня отводить. Назад. На Номеровского. Москаленко получает сейчас по ногам Жилин. И здесь уже, я думаю, не должно быть вопросов у игроков Айсберга. Опасный штрафной. И сейчас... Кто будет бить? Снова, видимо, Окуница мяч возьмет. Нет, похоже, Жилин. Жилин будет бить. Бить будет Жилин. Юрий Жилин у мяча. Пытается там Москаленко. Пытался, точнее, закрыть обзор голкиперу. Ну и посмотрим. Под стенкой бил, но не подпрыгнула она достаточно, чтобы мяч по ней прошел. И быстрый ответ получается у Айсберга. Ну что, получится все-таки забить третий? Да, получается, забивает. Просяков перевыполняет свою норму. 21 мяч, и не может он подняться. Не знаю, с чем это связано. Усталость или какое-то повреждение.
Судя по всему, второе. Неприятно. Но вроде все в порядке с ним. За руку держится. Пять-два. Недолго. Интрига жила. Снова преимущество в три мяча, которое крайне-крайне непросто отыграть. Пытается прессинговать, и получается это. Чей мяч будет? Юдин. Жилин. Мяч сейчас мог отобрать, но не обработал его. Все, стой! Вон он! Голов. Дальше передача на Коростелева. Удар блокирован, и получится ли быстрая атака на Мировский. Серый, помочь, Серый! Хорошая передача на Куницу. Еще дальше и проходит пас. Каким-то невероятным образом нужно с мячом расставаться и бить поворотом, рикошет, и гол! 5-3. Это Дмитрий Москаленко. Здесь арбитр должен вступиться и вступить в игру. Желтая карточка Дрыкину. Все еще есть шансы у классиков что-то в этом матче получить, какие-то очки заработать. Шанс для этого есть. Я к нему полетел, побежал мячик взять, а сам еле ноги передвигает. Устал, не листок мячу. Забил. Ну и вновь Просяков, как будто и не лежал он минутами ранее бездвижно у чужих ворот. Все уже в порядке. Перехват мяча. Куница получает по ногам. И считает судья, что было все в рамках правил. Хотя удар-то по ногам был очевидно. Здесь не удается блокировать мяч принять. Молодец. Серый, подвигаться, Серый. 3 минутки, давай. Давай, до конца. Давайте. Вот там не свистнет. Номеровский не самый удачный пас. Ему Куница отдал. И остается он с мячом. Стеночка просится. Нет, пас идет не точно. Выход из обороны. Наверное, уже попроще надо действовать игрокам Айсберга. Верховая борьба. В итоге мяч приходит Удалову. Заброс вперед. Здесь здорово головой. Перехват. Остается с мячом. Хорошая передача. Абьянов мяч получает на Москаленко. Москаленко нужно бить самому. Как сейчас Пчелкин просто остановился. Вот только его прокинули. Сил уже, конечно, тоже немного. Неправильно вот мяча в игру. Дается мяч Айсбергом. И снова они вот будут водить, но уже поближе. Так как в регби продвигаются потихоньку. Минуту добавлю. Горостелев. Одна минута будет добавлена к основному времени, говорит арбитр. А у нас сейчас заход на покер. Будет ли он? Нет, пас следует и забивает уже очередной свой мяч игроки Айсберга. 6-3. Ну и вновь. Только-только удается до двух мячей сократить, как сразу же Айсберг забивает еще и еще. И шансы, конечно, абсолютно уже стираются для классика. Но сражались они неплохо. Имели возможности сегодня уцепить какие-то
очки для себя, но реализация подводила их и как раз таки не подводила их соперников. Покинул мяч в пределы поля. Пас назад. Ну и все, уже будет просто мяч контролировать Айсберг до того, как судья даст финальный свисток. Носки потеря, Москаленко. Хороший пас, удар по воротам. Ой-ой-ой-ой. Едва его сейчас не занес сам. Собственные ворота, голкипер. Айсберга мяч. Ну и контратака, уже всего два игрока. Классик остались в обороне. Передерживает несколько мяч. Просеков, но это совершенно уже не важно. 6-3. Победа Айсберга в этой боевой встрече. Побеждают они, одерживают победу. И продолжают бороться за победу во втором дивизионе Б Любийской футбольной лиги Юго-Запада. Ну а наша трансляция на этом подходит к концу. Для вас эту встречу прокомментировал Владимир Злотин, Михаил Фомин, оператор трансляции, Илья Бадакин, режиссер трансляции. До новых встреч на матчах Любийской футбольной лиги на ЛФЛ ТВ. Всем пока. Я поставил.